Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев и его помощники-волонтеры закончили недельный марафон по очистке акватории пруда в деревне Салманово. В теплую и жаркую погоду водоем быстро зарастает водорослями. Кроме того, некоторые из отдыхающих бросают в водоем бутылки, пакеты и банки. По просьбе жителей деревни единороссы привели пруд и прилегающую зону отдыха в порядок.